Отлично. Так, я отхожу. Кидаю третью. Есть третий, да? Дал. Раз, два. Сколько промахов по ней? Просто. Ну дай кинуть. Жестко, конечно. Йоу, всем привет, друзья. Что ж, подъехал новый интересный контент. И пожелаю вам просто приятного просмотра, так как вы и так уже подписаны на мой канал. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь и ищите что-то для себя интересное. Гайды, фишки или просто какие-то интересные гайды, ну или такой развлекательный контент. Поехали! Что ж, друзья, решили сегодня с Антохой записать очередной вам видосик. Антоха, здорово. Здорово всем. Здорово, да. И решили, так сказать, сделать страту. О, алхимик есть у нас. Страта через аганим на зомби и через третий у котла. Но на самом деле тема прикольная. Сейчас будем пробовать душить. Будем раскачиваться. И посмотрим, что у нас выйдет. Надеюсь, видос будет прикольный. Так. Химик мид пошел, хорошо. Все, берем такие айтемы, чтобы на линии нормально стоять. Короче, попробуем выфармить аганим. Выфармить аганим. И душить. По идее, будем убивать просто с дикеев, дикей, сулрип и гг. Будет прикольно. Руна надо, забирай. Забирай. Хорошо, алхимику нужна руна, рили. На первой минуте алхимик у нас с Мхау. Что это было? Потягушки. Гоу убьем. Кого-нибудь. Вон, хаос. Разминать гоу. О, да тут сейчас файт будет. Короче, я буду тех пацанов разминать. Сколько там? 500 хп и 587, да, гоу? Будем разминать сейчас. Оп. Хорошо. Я пока постягиваю просто. Потом ассасин еще взяли. Куда химик пошел? Но они тут руну не заберут. Вот зомби вообще не забрать руну. Mm-hmm. Ну, хз. Так, ну, если тут сейчас будут откидываться стан... Я просто агрессирую, просто чтобы отогнать. Чтобы никакие кнопки на него не нажались. Все, молодец. Антоха, отходи. Страшно, вырубай. Ну, можем убить, на самом деле. Еще сейчас дикей будет. Иду. У него 77 маны. Но у него манга есть. Слышишь? Боже, он на коне. Да, я на коне. Тело на коне, хрен догонишь. Ладно, хрен с ним. Возвращаемся на линию, гофар. Ну, я не знаю. Алхимик сказал, что хочет сделать, но мне кажется, он не будет делать. Отлично. Хорошо, у нас лесничок. Эй, лесничок! Да? Приходи на пикничок. Приксари. Эту катку я уже проиграл. Эй, лесничок. Что там у нас? Хаос, да? Рубик хаос. Это очень тяжелая линия, на самом деле, для тебя будет. Потому что могут просто за стан. 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 И гг. Так. Я буду качать дефолтно зомби. Потому что аганим тут будет примерно на 15 где-то. Дефолтно его буду качать через томбу, Антох. Томба, Soul Rip и Decay. Decay с томбой буду вместе подкачивать. Через томбу пойдем тут. Хорошо. Мудакович залагал. Или Мудакович. Он этот, как его? А, сейчас я скажу, Югослав? Мудакович. Жидко-Жидкович. Твердо Мягкович. У тебя что же? Чи.
Ич. Да. Ич. То есть Мудакович это получается тоже югославская фамилия. Кович. Ковидович. Ковидович. Слушай, на самом деле можем сейчас еще детей, и Рубик может отъехать. Есть задувка? Есть. Ой, подойдет, я заряжу. Одна секунда. Так, заряжаю на Рубика. Давай, давай, я как раз подойду, а не подумай, что дурачок. Оп. Иди сюда, Ковидович. Этого души с руки, у него хп нет. Добивай, добивай, Антох. Ну, первый. Я ману открыл просто. Эх, не достаю. Мне не хватает на первую, блин. Ты мог тычки пидавать, на самом деле. Ну ладно, хрен с ним. Хрен с ним, Антох. Пойдет. Убили Рубика, того достаточно. Смотри, сколько фарма. Даже сам зомби обрадовался. А хреново. Зомби он ненавидит живых по истории. Да. Ненавидит. Это мерзкий тип. Там по истории он. Мерзкий тип. Ой, смотри, какая молния. Страшно, врубай. Оп. Так, не души. Отлично. Да хватит. Он меня просто поднимает, как будто это наносит урон, понял? Или что-то, знаешь, какой-то, ну, какой-то неприязнь. Он просто меня поднимает на месте, и я фу, дыжи, фу, дыжи. Да, чисто агрессия, чисто агрессия. Зачем ты это делаешь? Танго тебе дам. Деда засуицидить надо вот так. О, отлично, кат, вовремя. Так, дай-ка. Хорошо. Оп. Сапожок и расходники нужны. Ой-ой-ой, я умер, походу. Держись, да. Биратон! Нет, они прям вместе оказались. О, фидер. У меня фидер на котле. П-п-п-фидер на котле. Фидер. Фидер на котле, фидер. О, понимаю. Сейчас буду задувать. Начинаю. Блин. Да, это, сорян, я отлучили немного. Отлучили немножко. Чё у нас там, алхимик? Фармит? Так, ну мне чё, хилиться придётся? О, солрипом. От, немного отвлекся от игрового процесса, сорян, мне тут просто нужно было так, так вот сделать. Хреново, что сначала идет дэмэдж, потом снятие силы, типа, ну реально. Или подожди, как? Да. Правильно, да? Правильно же? Да. Если бы было бы наоборот, то способность убивала бы. Да. Жиза. Хорошо. Ну, пока фармирую. Я на него заряжаю. Давай. Ну, там бы голову ткнул. За, надо было солрипа, наверное, дать. Сейчас еще раз. О, вот солрип. Да. Стой! Подай салу. Ладно, вот этого пацана. Да что за... Подожди. Я не могу никого... Блин. Я запутался. Просто понял, я мог... О, смотри, кто пришел. Сетку хочет дать. Серьезно? Серьезно? Что за хрень? Типа я мог вообще вот тут убить этого хаоса. Типа я второй, мне нужно было просто дать второй и третий, типа, ну хз. Ну, да, он просто сидит тут на зомби, умничает. Да, он на зомби. Инвокер монеты собирает, боже, боже, я ору. А чё шаман пришел? Извините, вообще. Чё, на другой линии не стоит? Почему каждый раз в каждой игре к нам приходит какой-то этот чел, который просто, ну, зачем-то просто тупо реально приходит? Зачем? Убивать. Я не знаю, что мне собирать, потому что Алхим сказал, что он хочет сделать аганим. Но... Так, я умер опять. Да, они приходят. Без вижен тут был. Я шел ставить вижен, они у меня перед лицом оказались. Ладно.
За шаман пришел 6 левела, они могут сейчас просто спушить наш лайн, и все. Втроем просто на низу стоят почему-то. Ну, у нас Найкс лесной. Так, мне нужно будет хилиться сейчас. На ЧГГ. Ну, там лоу хэповый этот. Я заряжаю. Давай. Отлично. А чё это он так стоит? Рубик, что тебе надо? Сейчас я загрызу шамана. Хорошо. Ой, есть, хорош, попал. Антох. Хорош. Хорош. Отлично, просто задул. О, Найкс напал на Рубик. Третий есть? Есть. Есть. О, там зомбики помогут, они подзамедляют. Хорошо. Манка. Збс. Ну, дали отпор, я считаю. Так сказать, заагрессировали, как и надо на зомби играть, по сути. Ты что хочешь? Пусть бьется, я тут. Ну, не убьет. Еще две тычки надо будет. Нету, нету у меня ничего, Антох. Чалька. Шаман, у меня мана нет. Шаман пришел. Я отхожу, короче, на базу. У меня мана фуловая, у меня хп нет. У, смотри. Санстрайк прилетел. Хорош. Блин, я не знаю, будет он делать или нет. Серьезно, Аганим. Типа, мне что, мне сейчас закупаться на Аганим или нет? Типа, чел сказал. Ну, типа, и то дефолтный тайминг выходит, смотри. Он у него даже еще там, ну, ничего толком нет. Инвокер там подала, крити дерется. Хз, инвокер молодец, хорошо попал. Я что-то и забыл, что там вокер еще. Ладно, пока закупаться не буду. Смотри, там змей поставил. Ой, там же можно убить шамана. Так у меня третьего пока нет. А, умрет, сейчас его зомби загрызут. Я убью его. Я его даже трогать не буду. Да умри ты уже. Даю третий. Сейчас он страйк будет еще. Я помансую. Хорошо. У меня почти есть Аганим соло. Он армлет собрал, все, я в Аганим выхожу. Короче. Понял. Хаос. Да что так агрессивная какая-то линия у нас тут на самом деле. Все сюда приходят, хотят убивать зомби. На самом деле только фидят. Томба тут очень сильно будет решать, потому что тут они ватные герои у них. Томба прям очень сильно. И самое главное, оставили нашего Сларка на топе фармить. Да на здоровье. А, Сларк и так выиграет линию. У меня 3К есть. Эзэ. Опять, они просто идут, они даже не палятся, не хотят гангануть внезапно. Они просто вот пришли и сидят. Инвокер еще идет. Может, они что-то знают? Они Найкса в лесу, наверное, гонять хотят. Инвокера убили, да? У Найкса там армлет. Я иду. Хорош. Хорош, Антох. Я иду, иду, иду. Томбу даю. Томбу. Есть. Сейчас, и это тоже умрет. Что-то изи. Зомбики душат. Алхимик заберет. Я столько времени тут потратил, на самом деле. У меня 3700. Хз. Но алхимик, видимо, не хочет. Да собирай сам, пофиг. У меня он уже типа по факту как бы есть, 300 золота осталось. Сейчас дикей размаксить надо. Дал третий тебе. Да, отлично. Томба нету, томба есть. Змей. Не-не-не-не-не-не-не. Не надо мне молнию давать.
зомбики задушат. Там, блин, этот стоит, понял? У меня 4К просто золото. Есть, сдул. Сдул его, да? Хорош. Да. Эх, дал бы мне, я бы, наверное, забрал бы 1-2, просто дал бы. Блин, сори. Ладно, я ушел. Короче, аганим есть. Аганим есть. Гоу душить сейчас. Дикей только раскачать надо, у меня второго левела дикей. Ну, два файта и гг будет. Портретка с мобом. Темы лучше, наверное. Так, а что мне тут нужно будет сделать? Опять там инвокеры эти, по-моему, на ИВС. Не знаю, я радиенс, наверное, какой-нибудь буду делать. И какой-нибудь глиммер сделаю, что-нибудь, ну, на выживаемость. Может даже блейдмейл. Типа, серьезно. Так, ну что ж, начинается самое интересное. Фига, что так мало продамажило. Не напрягал, да, почти? Я не заряжал. Хорошо. Так, я нанизу. Пацанам помочь. Пацану верни. Я тут. Скоро будет третий. Дал ему чакру. Хорош. Тебе дал тоже третий. Да, у меня дизейблят. Пусть попробует. Задушим, задушим. По 10 сил. Боже, как же она лупит. Сейчас дам третий. Монолики дал, тебе дал третий. Хорош, вижу. Блин, у меня не было кнопки. Боже, что я делаю вообще? Ты бы видел, что я делаю. У меня просто было микро КД вот это. А маны не хватает, дикей не раскачан. Да боже. Уф. Найс. Санстрайк под ногу. Ну нормально все равно. Так, дикей есть в тройку. Сейчас... Глиммер я соберу. Да сейчас. Ты посмотри, что он кидает. Лол. Он, по-моему, он с каким-то софтом. Серьезно. Он два раза в такой туман дает. Просто вот он вот здесь вот попал. Или вот тут вард стоит, я не знаю. Но он что-то вообще как-то жестко закидывает. ХЗ. Мне уже интересно даже посмотреть реплей. Серьезно, лол. Типа, ну хз, я еще промансил где-то вот тут вот, специально остановился, типа, ну так попасть, типа, ну это нужно быть оверлаки. За одну игру, тем более два раза даже попасть, это очень-очень много. Ну хз, везет, наверное. Ну типа, напрягает. Такие смерти. Ну молодец, попал. Попал. Возьми с полки печеньку. Так, что там, нанизу, да? Гоу, сейчас у меня дикей будет в четверочку. Все, есть, поехали. Ультимативную качать не буду, дикей есть. Можно изи килять. И, наверное, что-то на армор против мартретки сделал. Да, БМ, наверное. Хорошо. Как вариант. Как вариант, отлично. Есть. Опа, вниз, спина, Антоха. Угу. Снял миллион я сил. Тебе сечу эту херню. Хорошо. Это настоящий. Есть, слился. Опа. Слился. Дал бы монолик. Тебе дал три. Хорош. Хорош. Ты три дабл килл сделал? Изи. Стычек. Изи. Изи говорит. Понимаю. Хорош. Блин, надо ждать чуть-чуть. По командам играть. Типа, не сливать сразу дикей, просто по КД начинаю накидывать. Понял? Да, буду предупреждать тебя, если чё. Чё, я аркану сделаю, гоу. Иди сюда. Хорошо. Так, ну у меня хп на самом деле очень мало. Сейчас подойдут, соулрипнуть надо. Оп, есть чуть побольше. Хорошо. Подойдешь, у тебя ж хитреска вроде, да? Не. Боже, ну они на низу, да? Третий нет пока. Дрески нет у меня. Да, понял тебя.
Кидай, я тебе третью кину, если что. Кидай третью, я, наверное, пройдусь. Они, видишь, тоже боятся. О, шаман. Снял у него хп. Закидывает тому, поехала. Оп. Отлично. Так, я отхожу. Кидаю третью. Есть третья, да? Дал, дал. Раз, два. Сколько промахов по ней? Я дал ее ослепление. А мне санстрайк подлетит сейчас. А, у меня много хп. А-а-а, нет, инвокер. А-а-а, жесть, ну это жестко, но, блин, инвокер пришел вообще не в тему. Я не дотягивался до тебя глимером, к сожалению. Это змейки очень сильно помешали, мне кажется. Очень сильно помешали. Слушай, я тогда, наверное, тоже глимер сделаю. А чё бы нет? Прям, ну хорошо. Мне понравилось. Прям... Такое ощущение, что мы тут вдвоем, втроем против них всех деремся. Ну, у нас вон беготня, вон смотри. Чел на этом. На Найксе катается, просто пацан залез в это. Сейчас мы внизу подеремся. Типа вот сейчас классно было, типа все на меня заагрились, понял? Они-то не знают, что я так могу отжираться. Понимаешь? Так, ну 5%, нет, лучше троечку дикей. Так, начинается на там, да, под тавером. Файт. Ой, хорош, хорош. Я иду. Третий есть? А, себе ману надо восполнять. Я тебе кину все равно. Боже, конченый этот бласт у него, который относит очень сильно. Сейчас я сделаю вот так вот. Вот так вот, раз. Кинул ему монарик. А ему ГГ тут. Минус сила. Оп. Боже, как же это изи, да? Тут еще есть третий у тебя? Да. Давай. А, бояться будет. Бежит. Рубик. Они боятся просто. Ну дай кинуть. А меня сейчас прыгать будет. Эх, жаль, не идет стрик. Я ее убью. Дал сейчас. Пойти. Хорошо, сейчас 1-1 сделаю. Иди сюда, куда побежала? Застанься. Жестко, да? Да, это именно то, что я хотел. Серьезно. Я надеюсь, ты тоже, Антох. Да. Я только что это увидел. Вард стоял, видел? Блин. Сейчас мы вернемся туда, Антох. Давай, я отойду на базу, у меня 3К есть. Глиммер возьму. Слушай, а может форстав мне сделать, как думаешь, или в даггер? Мне кажется, нет, не форстав. Ну, блин, фиг его. Вот инвокер, если бы там был типа шаристый, который тебя контролил бы стенами, там айсвол, все такое. Форс зашел. Я бы задумался над форстафом. Пока я не вижу такого от него. Го, тогда глиммер сделали. Есть глиммер. И, в принципе, пока так оставлю, топорик продам. И можно на низ сейчас выйти, слышишь? Гоу, вард есть? Подойду, да. Да, хорошо, все тогда. В один вардик, опс там, и они на низу все, смотри. Там мы сейчас можем жесть что замутить. Ты будешь на низу? Я уже иду. Юзай ТП. Сейчас туда с ТПшки. Потому что они сейчас тавры просто поставят эти, змеек и ГГ. А я пока попробую чуть подстакать. Вон, Рубик. Стакнул раз. Хорошо. Глиммер. Третий. Антоха? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, шо ж ты? Шо ты сделал, Антоха? Бежим! Меня отвлекают, сори. Меня отвлекают сейчас. Но мы сейчас тут их размочим. Смотри, что делается. Ля, шо делается. Сейчас не вовремя меня отвлекли. Ля, шо делается. Ты шо, выжить захотел, что ли? Жесть. Но заруиненный файт. Могли изи тут размолотить. Что случилось? Да еще даже не закончилось, я тебе скажу. Ладно. Пойдет. Шаман сзади. Я убью его. Я тебе глиммер кину. Не успел. С руки бью. Хорошо. Печалька, драку такую, если честно, обосрали. Это как-то... Я даже не понял, что именно я не так сделал, потому что я не смотрел туда.
Я смотрел в другую сторону, потому что меня отвлекали. Я на базу отойду. Так, дагерок. Беру. Печалька. Да, но сейчас было бы круто. Ну там реально сейчас такой файт был. Так, стик есть, стик я оставлю. Глимерист, я не успел, тебя там очень быстро сбрило. На самом деле, Антох, я там бы тебя подсейвил. Давай, резайся, гоу душить. Тут очень красиво получается, потому что там лоу, такие слабенькие персонажи, там Мартретка, Рубик, Шаман, они от томбы падают-то в принципе. Не говоря уже о других героях. Крипчики. Го на мид. Инвокера, я думаю, сейчас у него, если он с такими хп выйдет, типа 1-1-2 просто и все. Будет там. А, там смотри, вон. Алхимик стал. Что делает? Руинит контент. Го, один, третий, да, Антох? Есть, да? Кинул. Жесть. Ладно. Немного до этого, до инвока не достал. Я бы инвока все дал. Жесть. Алхимик, соберешь меня, гоним? Да, соберу. 23-я минута. ФФ. Жесть. Ну, это работает более чем. О, Рубик. Где там третий? Третий есть? Антох? Кидаю. Но я не добил его. Там Найкс добил уже его. Зарезал просто. Сейчас можем на ХГ зайти просто так. Тоже третий. Изи. А может на томбу подбайтить? Я томбу поставлю, начнется файт, они сами полезут за томбой. Гоу. Кидаю третий. Есть. Хорошо, отойду. Ах. Опача, у меня проблемы. Мне мир дал. Отошел. Я зайду под них тут. Я не могу подойти к тебе, третий, тут змеи стоят. Да? Я тогда труп. Держи в курсе. Ни глимера, ничего нет. Подойди поближе, я кину. Я подхожу. Кинул третий. Хорош. Промахи дал. Третий дал? Да. Жесть. Уф. Уф! Тебя укусило за ногу, Марита. Блин, так, если честно, змеи отзонивают, да? Да боже, вижу. Да, Vision. Для тэфа хорошо. Сиренжевиков нет, чтобы их убивать. У меня маны нету просто. Я на базу ушел. Жесть просто. Ну, такое на самом деле. Я там один просто стою против троих, что-то сосу силу. Я побежал на мид. Но прикольно, тем не менее. Так, Найса задушили там. Зарезали просто, пацаны. Дурак. Хорошо. А схожу-ка я поеду в Саудовскую Аравию и скажу, что Аллаха нет, мусульмане все такое, я вас ненавижу. И понадеюсь, посмотрим, что будет. Вот только что произошло это самое с Найксом, его просто толпой камнями закидали. Интересно, на что он надеялся. Ты что? Кидай ему монарик. Да? Кинь мне третий сейчас, 1-1. Смотри. Чпоньк. 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 Загнулся просто. Очень интересная история, кстати, Антон. Но это типа, знаешь, намек на то, что типа этого не существует, и в него сразу камни закидали, да? Ну, он так считает. Да. Только. Да. Он зачем он туда вообще шел? Он реально рассчитывал, что с ним ничего не произойдет? Я понял. Ну, ты так просто, знаешь, некоторые могут не понять твою мысль. Серьезно, поэтому я так расшифровал. Че, тройка есть? Кидаю. Давай. Инвокера немного подосаждаем. Или кто там варды снимает? Я тоже сейчас сниму. Блин, а теперь меня отзонивают форджики. Так, ну я инвоку два раза засунул 1-1. Я на твоем месте отошел бы оттуда, Антох. Там сейчас, походу, файт будет. Тройку дашь? Есть глимер, если что, кину. Кидаю. Хорошо. А, они там файтятся. О, Рубик.
Хорошо. Боже, этот инвокер, я, конечно, счастлив при виде ЕМП под ногами. Так, гоу, короче, да? Давай. О, я завис, Аркадий. Завис? Я подвис. Третий можно нападать. Все, да. Блин, я ульт нажал случайно. Ладно, ничего страшного. Пробуй задевать. А, крипов нету вообще очень далеко. Мы их просто вогнали под этот, под табор. Не знаю, я нажал ультимейт зачем-то. Ладно, пофармим. О, мартретка тут. Повосполняй себе ману. Эх, за крипы очень далеко были. Такое. Уф, сейчас там походу пол лица отлетит. Раз, два, три, раз. Отлично. Сейчас дикей будет. Вернее, дагерок КД. Давай, давай, поехал. Есть. Уже приехал. Два есть. Так, далее. Там они, в принципе, вон стоят, можно напасть прям, я хз. Ну, мартретка в меня откидывает зачем-то. Неужели так боятся меня? На, просто, видел? Просто сила пососалась. Слушай, а где наши, блин, персы? Я не знаю, мы сколько тут еще стоять будем с тобой. Нас просто форджит и кнопки отгоняют. Блин, я в два соло-рипа могу также работать. Да что такое? Что вы от меня хотите? Слушай, а можно поставить томбу и просто самим напасть на самом деле? Ну, не факт, что тут, конечно, выиграем тут файт. Там сентри стоят. Потому что глиммером я не смогу воспользоваться. Кстати, глиммером... Глиммер снимет торнадо инвокера. Уверен? Да. Как положительный баф снимает его. В лесок подраться пойдем. Есть тройка. Даш? Кидаю. Ах ты, свинья убегает. Но он на коне. Ладно, гоу Рубик. Жестко, конечно. Маналик кинул инвокера. Да, хорош. Сейчас скоро третий тебе дам. Третий скоро будет, да? Даю тебе глиммера. Я тебе глиммер тоже отдам. У них тут вард стоит, они им пользуются спокойно. Закидывают. Я еще раз его раздеваршу. Просто, когда они успевают? Третий есть? Шаману. Да. Что за змеи? Дал глиммер. Хорошо, спасибо за подписку. Изи. Так, я отошел. Ты живой? Хорошо. Да. Хорошо. Боже, как же это изи киля через 1-1-2. Смотри. Инвока, я видел там инвока. Я отойду. Маналик дал? Отходи. Нафиг. Не дал. Теперь дал. Три дашь? Блин, я опять форму нажал. А мне ГГ тут. Чекай. Но буду силу дал. Сосать. Силу сосать буду, может что-то получится. Дал глиммер тебе. Там хаос еще. Не, шансов нету. Вижен пропал, вижен пропал, понял? На тебе еще. Че кинул? Дал. Все, я понял, понял. Третий давал, я с этим соло-рипом подхилился. Жесть, ну мы тут вдвоем. Да это что? Хватит, инвокер. Слушайте, не кажется, что инвокер какой-то подходит? И мы такие, знаешь, читабельно, знаешь? А почему бы ему лицо не сломать? Куда бежишь? Куда бредешь? Живой? Да я знал, что ты на меня прыгнешь, конечно я же. Я ТП уйду. Есть ТП? Хорош. Я ушел. Жесть, мы раскайтили их, да, вдвоем просто? Ага. Как дурачков. Слушай, а что собрать? У меня 4800. Как думаешь, Октарин? Знаешь, блин, у тебя все время не хватает дополнительного урона, когда ты влетаешь, даешь 2 дикей и это. И я такой, блин, догон бы сейчас тебе. Блин, ну догон это же немного другое. Ну... Да, но это, знаешь, уже столько ситуаций было, когда бы это сработало. Вот эти 400 урона, которых не хватало. Окей, я тебя услышал. Гоу. У меня был выбор либо Октарин, либо что-то другое. Гоу, догон. Окей. Жесть. Вот тут вот очень сильно решило, что Вижен пропал. Глиммер. А, Вижена.
Так сказать, в меня стан уже летел, и я чуть-чуть отошел, и в меня стан не залетел, я бы сдох там уже. И тогда бы инвокер не сдох, и не ушли бы мы. Так, ну что, я готов. О, день как раз, у тебя тоже огоним есть, да? Хорошо. Че, алхимик, 32-я минута, оделся уже, до сих пор аганимов нет. Пацани, я вам сделаю аганимби. Да, я вам игру сделаю. И там он наплашал. Облажал немного, да? Облажался. Так, есть третий. О, нифига себе торнадо. Слушай, страшно. Смотри, как мы четко отошли. Дал ему глим... эту хрень. Дал тебе третий. Хорошо, сейчас начну. Промахи на иллюзии. Хорошо, я отойду. Вот так вот сделаем. Отойти. Но можно покайтить его просто. Оп, даю. Дал. Хорошо. Да хватит. Ой-ой-ой, Антоха, да живи, даю тебе. Даю. Хорошо. Ну, ГГ, сейчас начнем драться. Третий будет? Да, скоро, скоро. Даю. А я ее так убил. Есть третий? А, ты кинул же, да? У меня солдри подкопился. Хорошо. Тут один-один надо просто давать. Это профитно очень. Дай дам. Кинул третий. Третий кинул, да? Хорошо. Сейчас еще этого пацана. Боже, какой живучий. Далеко сильно. Попадешь? О, инва живой. Отойду. Третий дал. Третий дал, да? Я глимера себе кину. Хорошо. Сейчас еще дикей будет. Опа. А ты что хочешь? Дают. Что хочешь? Хорош. Блин, запушить надо. Голда. Да мы тут вдвоем просто, понял, офигеваем. А там пацаны фармят, у них все хорошо. Значит, там птички поют, солнышко светит. Давай я тебя прохиливать сейчас буду. Давай. Я с радостью. БКБ. Вот такого ты не ожидала? О, нифига. Смотри, что закупилось. Я уйду, скорее всего. Успел. Хорош. У меня скоро будут кнопки. Но я на Б, Антох, слетаю лучше. Хорошо. Тогда я тоже. Хорошо. Отлично. Смоки в десит. Зажал. Сейчас пойдем. Хочется, конечно, спросить их, когда вы вообще начнете играть. Когда вы. Ты что, когда вы. Вы там вот это, когда они вообще начнут что-то делать. Такое. С другой стороны, и вдвоем тоже сидеть, что-то делать тоже интересно. Да, это пушка. Согласен с тобой. А вы. А-вэ-вэ-а-во-во-а-вэ-вэ-во-во-а-бу-бо, да? Сразу вспоминается фраза Мири. А-рэ-рэ-а-рэ-рэ. Опа, смотри, хаосы бегут. Ту-т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 у. О, бегай мне, походу. Дал тебе иглимер. Я не живу тут никак. Я мог уйти на дагер, я просто рофлил. Чё так хаосов много? У него шанс прокнул. Ну, смотри, птички поют, солнышко светит. Солнышко идет светит, фармит, светит. Идет фармит. Ладно. Ничего страшного. Гем там, Антох. У инвы. Окей. Сейчас пацаны пофармят и выйдут. А не, я сейчас тут просто позиционку подберу и выиграю драку. Хаос просто мне пол хп с каждой иллюзией. Сейчас змеи будут, да? Ой-ой-ой, как плохо. Ой, как плохо. Да блин, сбивай ты эти змеи. Асларки. Ой. Чё? Мне и смеяться, и плакать хочется, когда вот за этими действиями смотрю. Вот что сейчас происходит, да? Вот это? Да. Так это цирк или клоунада, что-то такое. Сларк этот и Найс в главных ролях. Тю-т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 ю
Ну, смешно так миты сейчас натерять. Я иду. Кидал третий тебе. Давай. Боже, дай дикет. Я иду. Я сейчас ободлюсь на них очень сильно. Да ты что, ты меня хочешь убить, что ли, или что? Меня сзади хаос убивает. Держись. Я сейчас убью Рубика. У меня 4 хп, я умер. У меня вот не было солрипа, бро. Вот, ну вот просто верь, нет, я бы захилил. Что со Сларком? Что с тобой, Сларк? Я догоняю хаоса, он стыд крипов бьет. А, ясно. Да отдай ему паунс в окно! Слышит, как он сдох? А, боже, это инвалидное шоу какое-то. Шоу The Invalidus Arcadius. Хорошо, я всю ману просто тут потратил. Если честно, я догоном не успеваю пользоваться. Просто там уже столько хп. Ничего. Жесть, конечно. Инвокера надо убить. Дикея в дикее. 20 силы снять, и что-то надо будет шотнуть его как-то. Алхимик, не фул айтемы, 38 минута, держи в курсе. Господи. Я альганим беделяльби, скажет. Блин, надо вокера убить, слышишь, гем забрать. Очень много, на самом деле, проблем доставляет. Айкс посмотрел и решил нафидить еще раз. Души мартретку убить должен. Крипа залазь. И вылез сразу, молодечек. Не затаймил. Я заберу гем. Нет, в любом случае, так... я... Наконец они тоже сделали херню. Да. О-о-о, осудительно, да? Хорошо. Змейки попадали. Фига ты здоровенный. Чисто котел. Ну-ка, подойди чуть поближе. А, да, вот сюда. Сейчас. Все, и будет сейчас. Есть, да? Снял. Хорошо, гоу, треть, если что там накидаешь, я там на Рубика прыгаю. Я попробую 1-1 и с этого. О, хаос ультанул, слышишь? Фантазм сделал. Но у него не прокнула еще одна иллюзия. Не знаю, не хочу, у меня армора нету, под него вставать очень больно, на самом деле. Кинул третий тебе, если что. Хорошо. Промахи дал. Хорошо. Кто настоящий? Не вижу. Оп, вижу настоящего. Сларк. Бедный Сларк. Я не знаю, что с хаосом с этим делать. О, еще раз, Формахикин. Хорош. И сейчас их продует. Я сейчас не вижу. О, боже, у меня кританула она просто. Заправил я просто кем? Не вижу настоящего хаоса. Там столько дэмэджа мизерного наносится. Жесть, да? Я не вижу просто настоящего хаоса. Блин, он в жир оделся, вообще ему плевать. Там гем лежит. Блин, печалька. Ну, хаос Мортра, конечно, да. Больно. Виза, я тут могу умереть, по сути, если неправильно сделаю. Го, вот этого забайчу. Типа это, смотри, это настоящий. Ой, иллюзию захилил свою же. У него еще 900 хп. Попытка не пытка. Догон, не знаю, я не чувствую от догона какой-то этот. Да, уже, конечно, не его время. Но собрались враги. Ну да. Ты ТП-шься, да? Хорош. Это не я. А, это Алхимос. Сейчас догона дам инвоку. А, нет, не дам. Чалька. Рубик БКБ. Осуждаю. Вот сейчас в него притык догон. Да, там с этим, да, я согласен, что там такая амплификация будет. Инвокер, ну хорош, не души. Хз. Ну, наконец-то ребята вышли, да, так сказать, подушить. Чуть-чуть вышли. Подушить, так, слегонца, да? Так, мы выиграли катку, они пришли додушивать, так сказать, доедать, да? Я представил просто, как это выглядит, чуть-чуть поддушить, вот так слегонца. Это как? Так чуть-чуть схватить за шею, обхватить и... Ладно, я херню несу. Спасибо за подписку.
Да что вы меня так душите? А где команда? Вот они пришли. Там мартретки этот, блин, Инвиз Глимерович. Гем Глимерович Инвизович. Ну не знаю, прикольные моменты тоже были, да? В этой катке. Ну, куда лучше. Да, команда, конечно, не лучше. Алхимик, который миллион лет обещал назад сделать. Аганим, пизделю вам, пацаны, в итоге. Нифига у меня тут метеорит на полэкрана упал. Инвокер побежал просто под моноликом. Беги! Хорошо. Морта с момом. Конечно. промах. Да на тебя тоже убьют. Пока мана не кончится. Давай. Заказ! У нее нету блинка, Антох. У нее нету блинка. Путай ее в трех соснах. Хорош. Пойдет. Надо будет там потом по фану замокить. На резке. Будут на резке. Морта, давай прыгай. На, косарь, на тебе, еще там башек какой-нибудь, на тебе, прыгнул. А, у нее гем, окей. Так я ж тебе сказал, у нее гем. Боже, ну, Tower Defense, пацаны. Боже. Ну, не знаю, ребят, вроде фановая игра, не забывайте, что после видосов всегда вставляются какие-то интересные нарезки, которые не попадают по геймплею в катке, но, тем не менее, они находятся в этих же, так сказать, видосах. Видел, что происходило? Там Найкса зажали крипы, да, я подразумеваю? Да, его колодец расстреливает, союзные крипы не дают выйти. Боже. Ну, я не знаю, хотя бы чуточку, может, ребят, вам этот видос понравится. Но, так сказать, в реализации, да, все очень просто. Закидывается 2 дикея, очень просто по 3 спелл котла, и на самом деле все. Ничего больше тут делать не нужно. Но игра такая получается. Прикольная, своеобразная, ребят, пробуйте с друзьями. Ну и на этом, как бы, все, мы заканчиваем. Давай, Антоха, тогда спасибо тебе. Пожалуйста. Всем пока. Пока. Всем пока. Третий есть? Дашь? Да. Боже. Ну, так они чуть не долетел, когда вот мека была. А он тоже умрет. Жесть. Толстенький ты. Да, я сразу. Мне Аганим жаль, не долетел. Вот когда к тебе мека... О, тут тебе барон у меня бежит, да. Я у него силу стяну, у меня 300 хп еще. Ну, вряд ли выжил. Сол рип, еще силу. У меня меки нет, если что. Кидаю. А, у меня КД все равно. О, ну вот, на баре можем. Раз, 600 хп. У него 600 хп осталось, понял? Его с мультикаста просто убило. Бежит животничек, на меня бежит. У меня еще КД, третий. Я понял, но мне желательно... Меку дам. Меку дам. Меку дашь, да. Ну, третий закинешь, типа, я камбэк на жестко. Кидаю. Изи. Жесть. Так, Найкса сейчас еще. Стой. На. На тебе. На. Сейчас дикеем еще по лицу дам. Ну смотри. На. Жесть. Это просто очень много урона на самом деле. Слушай, ну вот сейчас как бы в файтах это очень сильно раскрывается на ранней стадии. Пижон. Три дашь? Да. Найс. У Найкса 600 хп. У Найкса 400 хп. На еще. Подожди. Дай. Ладно. 2700 у меня. Так хочется подойти. Ты понял? Вот. У него 400 хп. И ты его просто сдул. Ой, Найкс. Раз. Сейчас чакру дашь. 400 хп у Лишрака, смотри. Ты его сейчас убьешь, если закинешь. Осуждаю. Хп Найкс.
Просто 600 хп. Ну, трону идти надо мне, и пьется до конца. И теперь кликает, как жук навозный. Типа, вы не помогли мне? Да? Понимаю. Тебе заряжено сейчас. Да? Вроде. Вижу. Баф стоит. Как крипа, знаешь. Сюда. Сейчас. Смотри, лишака через фиссуру перекинула. На, сейчас кину. Давай. Жесть. На, еще тебе. Дикей раз. Сейчас еще дикей дам. Дикей 2. А очень много, на самом деле, сосет. Минус 10. У меня пока нет. Сейчас дым. На. Ага. Хорошо. Просто в 2 дикея. Опа, смотри внизу. Вон. Сларки. Раз, минус 10. Боже, ну мана улетает просто... Страшно, есть фазы. Опа, прилетел Баратрум. Он меня тут вдвоем пытается убить. Пацаны, вообще без вариантов. Как там минус 10 и плюс 10? Минус... Минус 3... Боже, посмотри, у меня 2500. Подойдешь? Да. Сларк. Кидай. Даю. Подожди. Сейчас дам опс. Впереди Кея убил его просто. Ну, я тебе давай манго дам. Кинь мне третий. Давай. Уф, просто. Два дикея дал. Еще один. Дал два дикея, ну, и солрипом убил его просто. Я буду его задрачивать бежать. Пока он не убежит, да? От засранца. Прикидываешь? Он на мид побежал. Я его догоню. Но он, правда, опять убежит. У него 130 маны еще. Боже, у меня дагер есть, фейзы. Фейзы тащит, конечно. Бежать. Стой. Ты куда? Я его убью тут. Стрела. Да. И по тму сейчас еще. Ты куда? Блин, мне бы третий сейчас. Жесть. Я не догоняю тебя. Да. Дашь третий? Ты где? Где? Даешь? Жаль, никого рядом нету. Чем она ли кому дам? А там уже хп нету. Боже, я все хп сосу. Серьезно, зомбик не добил? Осуждаю. Подожди. Там еще сейчас санстрайк будет под ногу просто. Боже, хватит толкаться. Да сколько этих толчков? Хорош, не души. Я живу, скорее всего, если ты портанешь сейчас. Хорош. Третий дашь, начнем. Подожди, а, у меня КД. О, хорош. Я постягиваю пока. Сейчас будет. Даю. Лекер сейчас умрет. Есть. Сейчас Сларк умрет. Сейчас дам еще одну. Есть. Скоро. Уф. Хорош. На меня пара бежит. Прям сейчас. Есть. А, у меня нет детекшена. Сейчас, но я постараюсь. Ага, он тэпахнулся. Вижу его. Дагер будет сейчас. Врежется сейчас в меня, скорее всего. Да? Но у меня я рядом тут. Все. Закупаю сентрики. Третий. Шесть. Третий даешь? Прыгну. Да, тебе уже. У тебя есть. О! Хорошо, потому убью. Живи, ё-моё. Ах, жаль, что ты погиб. Ну, я этих пацанов заберу. Ну, потому, наверное. А вряд ли. Ошибочка.